Всем доброго дня, мои дорогие любимые зрители. Как всегда, рада приветствовать вас в своем новом видео. Сегодня прогуляемся по светофору, который находится в городе Одинцово. Вы просите меня называть адрес, так что называю вам город Одинцово. И давайте посмотрим, какие новинки. И, кстати, заодно проверим, насколько чисто в этом светофоре. Ну, из новинок появился вот такой санфор порошок. А, тут без хлора, тоже какой-то прям супер. О нем отзывы хорошие. Всего 43 рубля. Ну, а в интернете на Озоне 189. Так, и чистол появилось, средство для прочистки труб. 139 рублей стоит просто вот в магазине, в котором я смогла его найти. Не так-то это просто. 65 рублей всего стоит здесь, так что стоит тут брать. Вот такой кондиционер для белья. Асот смыла, но не знаю, что с ним не так, потому что вот такой какой-то налет сверху, сейчас вам покажу на другой вот бутылке, очень выглядит странно, стоит 149 рублей. Ну, а вот такое вот жидкое средство для стирки стоит 779 рублей на Вайлдберрисе, достаточно густое, и всего 282 рубля стоит в светофоре. Еще вот такие вот стаканчики снова привезли, набор с детскими мультяшными, господи, как это... зверушками, как говорится, вот 185 рублей, 145 рублей стоит в светофоре. 696 рублей стоит вот этот вот чайник, я знаю, их многие любят, 1570 рублей, он сейчас на просторах интернета. Так, от Паша Пахче вот такая вот фруктовница, тортовница, ее по-разному все называют, 539 рублей. Она сейчас на сайте Посуда.ру, здесь всего 164 рубля, и это очень бюджетно. Такой вот казан, 2227 рублей в интернете, он на 8 литров, здесь цена его намного дешевле, 1068 рублей. Еще от Паша Пахче вот такие вот милые пиалочки, стоят они 39 рублей в интернете, ну а тут вообще 29 рублей, цена действительно отличная. Новая какая-то вода, вот такая Тархун. В интернете 31 рубль, здесь 29, не пробовала, пишите в комментариях, как она на вкус. Ну и, девчонки, конечно, вот эта хорошая туалетная бумага, всего 107 рублей, 390 в интернете. Но, честно скажу, рулончики такие, ну, маленькие, ну, а так бумага отличная, так что берите, не прогадайте. Такой вот набор от сочной косметики, крем тут для рук и для тела. Вишня, арбуз, в общем-то, стоит 185 рублей. Ну, мне кажется, неплохой набор. В интернете, к сожалению, не смогла найти. Ну, а вот такой вот бокс. Везде они очень дорогие. 664 рубля, один из самых бюджетных. Вот такие на застежках. Здесь всего 189 рублей. Но мне все-таки не хватает ручки. Знаете, было бы удобно вот как-то переносить. Особенно для, например, новогодних там игрушек. Такие детские салфетки очень хорошие. Покупала классные, 139 рублей в интернете. Ну, а здесь цена, конечно, очень бюджетная. Всего 51 рубль. Всеми любимые эти коврики соты. Тут завезли их просто целую гору. 1026 рублей я нашла в интернете. Этого же размера. Здесь всего 620 рублей. Но они, правда, очень удобны. Давайте перейдем к сладкому. Вот такая вот... такой вот мармелад со вкусом колы в обсыпке. Ну, на вид это как-то выглядит очень странненько. Еще в кислой вроде как обсыпке. Не знаю, не стал даже рисковать пробовать. 109 рублей. Вот этот тортик, кстати, покупали. Нормальный, хороший торт. 165 рублей в интернете. Здесь цена бюджетнее, всего 86 рублей. Ну, в общем, кто любит вафли, отличный торт. Такие вот хлебцы хрустящие, абрикосовые. Я знаю, их многие любят. Всего 49 рублей. В интернете от 107 рублей выше. Посмотрите, какие интересные чипсы. Такие подушечки, сметанный лук. Ну, так они выглядят симпатично и аппетитно. Просто даже не знаю, но брать не стало. Как мы очень редко такого плана что-то можем съесть. Но, в общем, стоит всего 52 рубля. Выглядит очень аппетитно. Детские конфетки вот такие, шикозавры. Ну, тут тоже и вафельки. Я думаю, что мамочки знают. 281 рубль в интернете. Состав, конечно, не самый лучший. Ну, что тут говорить, конфетки есть конфетки. 122 рубля. Ну, хотя есть и полезные конфеты. Такие вот чипсы Нори. Оригиналы, знаю, что многие их очень любят. Здесь они бюджетнее, чем везде. В интернете 366 рублей будет стоить за 6 штучек. Ну, а тут цена 198. А многие их любят. Готовимся к Новому году. Вот такие вот грибочки ассорти. 198 рублей по акции сейчас стоит на Озоне. Вы все знаете, черные пятницы.
126 рублей всего в интернете. Вот такой салат крымский, 90 рублей от Валдайского погребочка. Очень вкусный, мне безумно нравится, но здесь 116 рублей. Ну и вот такой вот винегрет, вы знаете, тоже от Валдайского погребок, но мне почему-то не понравился. Ну, не знаю. Вообще мне нравится эта фирма, но вот этот салат мне не зашел. 206 рублей в интернете, здесь всего 73. Гигантский такая упаковка макаронных изделий. Назвали так тузик, ну уж не знаю. Так, но здесь 3,5 килограмма. В общем-то, пока 175 рублей. Покажу вам там все данные, углеводы и все остальное. Смотрите, здесь у всех мнения разнятся. Такой вот конфитюр. Есть ананасовый и есть с манго. Выглядит очень неплохо, к сожалению, в интернете нет. Но вообще довольно сложно все сравнить в светофоре, потому что, ну, многое делается для светофора. Всего 118 рублей за довольно большую банку. Ну, вот такие груши в собственном соку, половинки. Но эта банка, я не знаю, что она пережила в этой жизни. 132 рубля, в интернете 234. Молоко цельное, сгущенное, с сахаром. Такая баночка 64 рубля стоит тоже в интернете, к сожалению. Именно такой найти не смогла. Грибочки вот эти я покупала, очень классные. Они в интернете, кстати, везде закончились. Видимо, все к Новому году раскупают. Мне они понравились и для жарки, и для салатов отличные. Большая банка, всего 99 рублей. Каша гречневая с говядиной. Это из новинок. Но говядиной тут, конечно же, наверное, и не пахнет. Вот тут по отзывам. Ну, так, не знаю, мне почему-то показалось, что вряд ли за такую цену что-то будет с говядиной. 54 рубля. Горбуша, девчонки, пишите отзывы, хорошие или нет, к Новому году все будут покупать. Нашла ее, кстати, за 84 рубля в магазине. Ну, здесь цена чуть-чуть повыше, всего 92 рубля, так что жду вас в комментариях. Очень неплохая вот такая появилась гавайская смесь. Кстати, тут риса не так уж и много, как в обычных гавайских смесях там. Да, много вот морковки, фасоли, горошка. Ну, цена очень вполне адекватная, всего 131 рубль. Обожаю вот эти вот творожные палочки, сколько раз вам их показывала. Девочки, берите, вкусные. Не говорю, конечно, про пользу, меня сейчас тапками закидают. Вот, ну, очень вкусная, 97 рублей. Колбаса вот такая, дубки. Кстати, очень хорошие отзывы на эту фирму. Но, к сожалению, вот так сравнить все не получается, особенно мясные продукты, потому что, ну, для светофора делают свою упаковку отдельную, и это, в общем-то, не особо сравнишь. Вот такая вырезка свиная, кстати, тоже выглядит довольно аппетитненько. Кто пробовал, напишите. Тоже прям вот свиная вырезка, все дела. 452 рубля за килограмм. Ну, здесь меня магазин, конечно, Воденцова порадовал тем, что хотя бы мясо в индивидуальной упаковке. Причем жаловаться не стала, то есть тоже сейчас скажет Ира, подходит, жалуется. Нет, конечно, я не везде жалуюсь, просто, ну, некоторые вещи, ну, прям вообще недопустимы. Посмотрите, вот здесь вот такой вот отличный набор зелени. Все свежее, все замечательно, хорошо упаковано, 90 рублей. Вот такое масло 500 грамм, 82,5%. Вроде как по составу все хорошо, но, говорят, бывает очень прям в светофоре много подделок, так что отвечать за это точно не буду. 143 рубля стоит вот такое масло. А вообще, посмотрите в этом светофоре, насколько все аккуратненько лежит, все полочки протерты, и вы просто молодцы, светофор Воденцова. Все вполне очень даже и адекватно. Пол просто на самом деле старенький, а все вполне себе очень чисто. Кстати, здесь есть сыр чеддер. На внешний вид по цвету чеддер, на запах чеддер, стоит 583 рубля. Средняя цена на чеддер 877 рублей вообще везде. Так что пахнет, не знаю, тоже кто пробовал, напишите, пожалуйста. Будет очень интересно. Вот такие еще творожные сыры. Тут сразу две. С рыбкой, с огурчиком и зеленью. Это белорусское производство. Но, к сожалению, в Москве не нашла. 119 рублей за такую упаковочку. Еще вот такой вот рябчик с брусникой. Знаете, 392 рубля из курицы. Вроде как и состав даже неплохой. Нет никакой механической обвалки, что очень и очень порадовало. Так, кстати, понравилась мне колбаса, вернее, не колбаса, а состав. Я не пробовала. Колбаса любительская, мне рассказали про нее, что состав очень-очень неплохой. Так что показываю вам состав: свинина, говядина, шпик,
В общем-то, вода, специи, и нет никакой тоже механической обвалки, шкур там и всего тому подобное. И всего 253 рубля за килограмм. Ну, вот тут мне не понравилось, что рыба лежит рядом с овощами. Ну, ладно, хотя бы в вакууме. Вот такой вот лосось или семга, по-моему, семга. Вот такой вот кусочек. Выглядит вполне себе симпатично. Стоит 327 рублей. Да, семга за 200 грамм. Ну и вот так вот столения стоят тоже. Все баночка к баночке. Все очень и очень аккуратненько. Меня это, конечно, порадовало. Ну и, конечно, заглянула я в холодильнике с мороженым. Тут, как всегда, светофор славится мороженым так за очень невысокую стоимость. Так что здесь можно его с удовольствием и достаточно недорого приобрести очень хорошее качественное мороженое. А тут и торты есть мороженое, и что только нет. Вот. Ну а на этом я с вами буду уже прощаться. Всем огромнейшее спасибо, что стоите со мной до конца. Пожалуйста, поддержите меня, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал и оставьте какой-то комментарий. Ну а я буду снимать для вас самые классные, хорошие видео. Всех жду у себя в гостях. До новых встреч. Пока-пока.